Совсем недавно в Даугавпилсской крепости появилась новая возможность для интересных и легких экскурсий по всему историческому комплексу – туристический автомобиль «Белый экспресс номер один». Данный проект является победителем конкурса бизнес-грантов самоуправления «Импульс-2020». И теперь, после улаживания всех формальностей, удобный электрокар готов с ветерком прокатить всех желающих. Пока туристический экспресс работает в тестовом режиме, но уже сейчас дает возможность в течение часа посетить многие уголки крепости. Большим плюсом данного транспорта является то, что на нем можно заехать и в такие места, куда обычно не ступает нога обычного туриста, двигающегося по классическим маршрутам. Всего в автомобиле может поместиться максимум 7 пассажиров. Данный транспорт идеально подходит как для пожилых людей, которым сложно обойти всю крепость, особенно в жаркую погоду, так и для тех путешественников, которые ограничены во времени, но очень хотят увидеть как можно больше. Посмотреть на крепость нестандартных ракурсов будет интересно и для жителей Даугавпилса. Белый экспресс номер один работает в тесном сотрудничестве с Даугавпилсским туристическим информационным центром, где также можно получить информацию о мобильных экскурсиях на разных языках. Для прямых заказов можно звонить по телефону. В планах команды Белого экспресса расширение своего маршрута до центра Даугавпилса, что позволит перевозить всех желающих туристов до Даугавпилсской крепости из самого центра города. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.